что змея закончилась карта памяти, не хватает, у меня менты забрали карту памяти. Они испортили мою карту памяти, короче, была хорошая. Да издевали меня. И никто не за меня не вступился. Знаете почему? Потому что я простой человек. Я не Толян. За Толяна бы вступились. Я не тот, который губки красит. За него бы миллионы вступились. Весь мир бы начал на ушах. Я не тот, кто себе в задницу что-то сует и пьет на этих стримах. За него бы тоже там вступились свое лобби. А я простой русский человек, за меня никто не вступится. Никто. Я Александр Алёнин, я Тихон Мышкин. Никто не вступится, никто не задонатит, потому что я просто рисую деревья. Рисую деревья, дальние разные злаки, пшеницу. За Ван Гога вступался его брат. А за меня кто? За меня заступится дикарь. Он прибежит со своей дубиной и всех там отблагодарит. Всех этих ментов, офигевших, которые меня мучили и били, и издевались надо мной. Он покажет им, кто такой настоящий мужик. Всех, кто меня обижал, он накажет, дикарь. Я даже нарисовал ему специально, там, фермер Лабард ему, специальное зелье, которое... А, кстати, я зелье ускорения еще. Какие там ингредиенты я нарисую. В то время биоробот Толя пьет пиво на стриме, и все ему сочувствуют. Ох, какой Толя бедный. В Москве, может, там, не знаю. Ну да, Москва на самом деле ужасный город, я согласен. И жить с такой матерью — это страшно. Этот Алекс, как он, ну, которого сейчас в Мексике в тюрьме держат, но рассказывал про свою мать. Я, в принципе, верю ему, так такое вполне возможно. Послушайте, что он рассказал про свою мать. Просто вот задумайтесь, это вполне реально. К сожалению. А если я скажу, что Вторую мировую войну развязали банкиры, чтобы нажиться на... Развязала третья сторона, чтобы нажиться, то вы назовете меня конспирологом. Ты конспиролог. Только вот вы не знаете, что я делал мемасы для конспирологического паблика и офигенные там репосты дофига делали комментариев, прочие видосы делал. И просто мемасы офигенные высшего качества. Там собираются взрослые люди, они офигевали. Ну там разные собираются. Но я не под своим именем делал. А потом я забил на это. У меня осталось еще дофига мемасов, но я их не буду выкладывать. Потому что они недостойны этого. Не имеют никакой малейшего понятия благодарности. Представляешь, ты созидаешь, а тебя за это что-то еще наезжают, гонят там какой-то женоподобный чел на Аве, а в реале какой-то орк, который несет какую-то чушь не смешную и думает, что он смешной. Ну, это я сейчас, конечно, не то, что про себя. Это... Да, мы чем-то похожи с ним, да. Мои мемасы были действительно смешные. Я перестал делать. У меня остались дома мемасы, которые я мог бы выложить, и они бы взорвали этот паблик просто. Там написали, нифига себе, вот это мемас про Макса Беляева. Эх, блин, жаль, конечно, некому уже здесь выложить.
Я хотел свой создать паблик. Просто этот мемас сразу в тот перельют, а я не хочу это делать. Я не хочу, чтобы тот что-то наживался на мемасах. Пусть лучше смотрит мемасы про волков. Блин, как же нарисовать этот? Короче, у меня не получается вообще эти корабли рисовать. Я на самом деле не люблю корабли. Не люблю этих. Не люблю корабли, прости, дикая. Не люблю людей. Я люблю больше пейзажи. Дальние. В отдалении. Может все исправиться. Прости, дикарь. Корабли я не люблю, просто я не знаю почему, просто так. Потому что, ну, я на них не ездил особо. Ну, точнее, плавал, точнее, как оно, ходил на них. Все было нормально, но просто... Это то же самое, что на автобусе. Только ты можешь увидеть море там. На автобусе ты можешь вокруг озера ехать или море и тоже видеть. Я не знаю. Ну, короче, мне просто не хочу спорить об этом. Главное, задонатьте супер людям, начитавшимся Кастанеды, начитавшимся, что они боги. Задонатьте им, а не мне. Они боги. Толян этот бог. Он сверхчеловек. Прочитал Кастанеду и стал сверхчеловеком. Ему все донатят, все ему помогают. Понимаешь? Ежи Сармат начитался вот этого Ницше и Кастанеды, и он стал двухметровым исполином. Короче, все они великие люди. Если к ним подойдет этот вестник дури или ай как и просто, то как бы там будет очень интересно. Это было бы здорово, если бы кто-нибудь мог такое устроить, то это просто было бы взорвало интернет, там миллион просмотров, ну топы просмотров, представляешь? А как просто подходит на один наедине вечером, ну где-нибудь, где типа один чел снимает это, и он подходит такой к нему, ну чё, там стоят куча карлик, нет, там стоит вот этот тут Ежи Сармат, вот. Вот, Ежи Сармат стоит. Убермаргинал. Вот, стоит. И этот. Кто еще? Ну, короче, пускай его оба стоят. А вот Стас с Кайкой просто подходит к ним. И кто-то это снимает. И он с ними... И он, знаешь, как этот, как рэпер, как он там, где типа он отпускал грехи этим за то, что они его, кое-что с его ртом делали. Наверное, Сус Батли потом еще там в наушниках был. Представляешь, это бы взорвало интернет. Вот, я же сверхлюди два, а это обычный. Простой человек, который просто на донатах тоже живет, обозревает всякую фигню. Пусть задонатьте кто-нибудь, чтобы такая ситуация сложилась, но они хитрые, они сумеют убежать как-то или избежать этой ситуации. Вот что жаль. И он еще с прутом придет, с таким прут по заднице. Представляете? Задонать им. А вот еще Толян. Сейчас я ему нарисую. Толян, даже не знаю, я даже его не смотрел уже давно. Короче, Толян примерно вот.
короче, ему донаты. Жить, и он там собирает их мешками, но он не может их унести. Не может. Хочет на корабль унести донаты, но не получается. Потому что не хватает силёнок. Поэтому он зовет меня, Тихона Мышкина. Точнее, нет, он зовет этого другого блогера. Короче, не важно. Ай, блин, что со мной не так? Что я несу, а? Зачем его из психушки выпустили? Зачем меня из психушки выпустили, спрашивается. Сакрама. Апостол. Водка, табак, одно здоровье. Ой, блин. Блин, у меня раньше даже красивее получалось рисовать, чем сейчас. Сейчас все хуже и хуже. Я червяк, бездельник. Ничего себе, мне дали кличку. Это... Сын Стерлингова. Это гораздо круче, чем быть червяком, там, паразитом. Это высокая оценка. Я горд этим. То Титаном называли, то сыном Стерлингова. Нифига себе, блин. А потом я стану отцом Стерлингова. Буду своих детей воспитывать. В лесу. Вдали от цивилизации, вдали от излучений. Чтобы они не выросли биороботами, чтобы выросли настоящими мужиками. Они красили губки на этой, на стримах, получая миллиарды просмотров и донатов. Ну ладно. На самом деле Стерлингов, он, мне кажется, слишком забил своих детей жестко. И, мне кажется, там что-то какая-то жесть творится. Но дети что-то слишком забитые. Я смотрел видео. Как-то жалко их. Я бы на самом деле так по-доброму бы с ними общался. Он, наверное, слишком жестко с ними. Начитался этого. Домостроя поди и воспитывает так. Это слишком жестко, по-моему, бы. Они бы мечтали, чтобы отец был как мой. Ладно, не важно. Но я просто импровизирую. Ну, еще тут старый мой рисунок. Далеко. Я не вижу даже, где как, видно вам или нет, что я рисую. Задонатьте тем, кто пьет пиво на стриме. Тот, кто пьет пиво. А ты правда рисуешь и тебе не донатят? Да. А ты правда завидуешь тем, кто... Нет, подожди. А ты правда... Ну, короче, ладно, пофиг. А ты правда завидуешь тем, кто пьет пиво, сует бутылку в задницу себе и... Блюет и пьет блювотину и донатят миллионы в день. Да? Да? Завидуешь? Да. Точнее, блин, не знаю даже, завидовать или нет. Я бы не стал бы в компанию вступать. Ну, то есть это реально. Вы можете зайти на топы Ютуба, там они бутылки в задницу себе суют. Там поливают себя испражнениями, голыми там прыгну, короче, голыми кувыркаются толпой друг с другом, обнимаются, губки красят, все такое, и им платят миллионы донатов, еще YouTube им доплачивает и прочее. А у меня ноль просмотров, один лайк, это я этому рад. Да, ладно, не важно.
Если кто-то забрел сюда случайно на мой канал, там ему не нравится то, что я рассказываю про что там я рассказываю. Про всякое. Веселые, супер истории. Удивительные истории. То тот просто, не знаю. Наверное, зеленый слоник не смотрел. Ладно, неважно. Удивительные истории прослушать не хотите ли? Как же ты меня доколебал? Ну чё ты злишься? Мы вдвоем тут и сидим. Какое тута? Какое тута? Как правильно говорить тут, а не тута? Тебя в армии не учили? Что-то мне не идет рисование с утра. Говорю, растерял весь талант. Это как в скрипке, если ты не поиграешь месяц, то все. Сейчас заново начинать, это мне преподавательница говорила. У меня были кучерявые черные волосы. И ученица одна была, там, она иногда приходила в очках, тоже кучерявые черные волосы. Тоже похожи примерно на нее. И другая была там преподавательница, тоже кучерявые черные волосы. Все они похожи примерно были. Ну, так, ну, офигительная история. А потом что было? Ну, а потом... Что, быстро? Ну, 10 минут всего. Просто офигительная история. Про малафью, про это, про то рассказывают. Чё несешь вообще? Ты понимаешь вообще, что не я, не он, а ты? Ты? Ну чё ты? Ну будьте же вы людьми. Кто мы-то? Кто мы? Я один здесь сижу. Кто мы-то? Кто мы? Кто мы? Погоны тебе зачем одели? Ну чё вы такие злые? Кто мы-то? Кто мы? Ну чё вы люди такие? Кто мы? Понимаешь, что ты все уже. Не я, не он, а ты. А хочешь цаплей постою? Ну давай постой цаплей. Ох, как ты крепко стукнул. Пошел. Пошел. Ах, тебе. Пошел. Вилкой. Вилкой пошел. То, что я сейчас рисую, это то же самое, что вилкой рисовать. Настолько неудобно. Не знаю, снимает, нет. Нифига себе, еще снимает. Снимать на этот телефон, это то же самое, что вилкой чистить. То, что вы сами знаете, что там чистили. Ну, короче, что угодно вилкой чистить. Снимать на телефон, когда у тебя фотоаппарат залил водой. Просто кошмар. Стасай, как просто. Вы чё мне продали? Обзор делал там. Вы понимаете, что вы гитлеры, вы фашисты. Это, блин, были. Посмотрите видос, где Стасай, как просто, там, типа, выжимка его Батхёрта. И Убер Маргинал смотрит. Где Стасай как просто кричит, вы гитлеры, вы понимаете, что вы гитлеры, вы фашисты. И он ржет, блин, я не знаю, я пересматривал это. Меня девчонка спросила, ну, она один раз ко мне в гости зашла, одна девчонка младше меня. Она спросила, и тебе что, это нравится? Я сказал, ну это же просто юмор. Блин. И она мне сказала, типа, она когда увидела, что я пью таблы. Она сказала, можешь подогнать один, я, поскольку я безотказный такой человек, я сказал, я просто молча подогнал ей. Причем табл, который очень дорого стоит, и, ну, достаточно дорого стоит, и в сейфе его хранят, это лекарство, и продают. И она сразу пошла домой, я ее проводил там просто до двора. Потом спросила, она говорит, до этого не могла нормально уснуть, там голова болела, теперь она офигенно быстро уснула, спасибо там.
Но все равно она относится к этому как к наркотику, хотя это не наркотик, это обычное лекарство нормальное, от него никакого счастья нету. Это потому что в дремучем мире мы живем. Мышцы прокачай, блин. А ты можешь 12 раз подтянуться хотя бы? Можешь, а? А? После этого еще что-то мне будешь говорить. Типа, тянись 12 раз, как я на стриме. Без дрыганий, без помощи ногами, без помощи этого. Руки вот так вот держи. И под музыку. Давай, за жизнь, братан, давай, давай, за тех, кто что-то там с нами делал тогда. Давай, за жизнь, братан, держись, давай, давай, за тех, кто с нами рядом был. Это тень типа от дома. Ну или не тень, просто земля. Типа таверна. Нас убивают, но мы что-то там выживаем и дальше в бой опять направляемся. Ну то есть эта песня, на самом деле я мог рассказать, но я не буду. Короче, эта песня показывает, как вели русских людей на убой, так и ведут, блин. Не слушайте тех политиков, которые говорят, что нужно идти там, что наша нация создана, чтобы идти там воевать. Представляешь, вот пусть его сын собственный, если у него и будет когда-нибудь, если он не забеременеет пивным животом, пусть идет на войну, вот посмотрим, и вернется оттуда. Кем он вернется? Смотри, хрен знает кем. Вот пусть своего сына на войну отправляет, а не простых русских людей, которые не картавят и как он. Он называет себя русским националистом, при этом как великий Евгений, гений. Панасенков говорил, один рыжий, один картавый, третий там еще какой-то косой, четвертый еще что-то. Вот правильно гений Евгений Панасенков говорил. Ни одного русского националиста нормального не находит. Ой, господи, ну про Китай он офигенно рассказывал. Не пахом, а этот. Как-то символично звучит. Про Китай гениально рассказывал этот. Про коммунистический Китай. Про Свирнин. Я там прям слушал, аж 2 раза переслушивал, заслушивался. Блин. Это не то, что пахом. Про Китай, там, про море. Про море теперь же расскажи, про это расскажи, про Китай рассказал, теперь про море расскажи. Я там хотел устроить за этим. Короче, это просто жесть, у нас выше все эти кафе держат, даже не славяне вот у нас, вот такие как я, вообще ничего, ничем, ни одним этим частным не владеют абсолютно ничем. Даже кубинец владеет кафе респектабельным возле парка. Я пытался туда устроиться, но он почувствовал, что я буду, ну, что я не умею пить, не разбираюсь в алкоголе. Он почувствовал, что я однажды возьму тарелку на голову и он так, знаешь, примерно так почувствовал, примерно так почувствовал, что однажды я приду к посетителям с тарелкой на голове и так скажу. Так над ними склонюсь, и на кого тарелка упадет, на того тот типа и будет этим братишкой. И скажу, ну что же вы люди такие злые, все мы братишки, покушай, я тебя покушать принес. Ну то есть он почувствовал, ну хотя он мне разрешил прийти постажироваться, но я так представил, блин. Карьеру Сергея Симонова начинать чуть неохота. Там бы я постажировался, я бы нифига там не смог, потому что я не разбираюсь в винах этих алкогольных.
алкоголе в этом мерзком. Да для меня это все одинаковая трава, которая просто в последнее время... Просто вот у матери там лежало несколько бутылок на праздники. Ну, как у нас типа принято на праздниках бухать, как хрен знает кто. Я просто их постепенно там одну бутылку за два дня выпивал через силу, или за три дня, или за четыре одну. И просто просто ради эксперимента, чисто проверить. Потому что все художники пьют, я думал, фиг знает. Ну, короче, реально действие есть, когда выпьешь даже четверть вина 9% спирт, то ты, короче, можешь это... Девушке, например, я там прям вообще рассыпался комплиментами, прям вообще там чрезмерно. А когда слишком много выпил, то рыдал там вообще, как Фирамир, прям как Фирамир. Причем тоже по девушке. Вот так вот, ребята. Давай за тех. Будь проклята война. Кстати, они вырезали из этой песни фразу «Баб... война, она сварливая бабка, она...» Ну, потому что у нас феминизм, там все такое, нельзя говорить. Такое хейт-спич. Что вам еще рассказать? Готомен. Ты супер крутой, Готомен. Это как звучит, как имя супергероя. Дикарь, там, не знаю, и кто еще там. А вот кое-что имя звучит подозрительно. Но это все равно хороший человек. И пофиг, то, что он мемас делал. Я бы ему посоветовал сделать другой мемас, где там, знаешь, женщина... И он сделал мазу, типа, ему сообщение мужику шлют, ну, какая-то девушка там, эти голосовые, его такой, а я бы сделал другой мазу, где, типа, такая женщина с блондинкой такая, и там такой появляется, ну, как бы, как сказать, ну, такой, в общем, мужское что-то такое появляется, и прямо ей... И она замолкает от этого резко. Потому что она не может, когда что-то мужское там, ну, когда вот там появляется такое, ну, в общем, такой мем был раньше. Ну, точнее, гифка такая, я бы вот это сделал, и меня бы даже это рассмешило, если бы он сделал. Меня бы даже не обидело. А вот раньше меня бы это обидело, когда я таблетки не принимал. Я бы его забанил просто. Я реально был болен. Давай за жизнь, братан, давай за жизнь. Что нарисовать? Я даже не знаю, говорите. Давайте, говорите, что рисовать. Есть кто-нибудь? Is anybody out there? Is anybody hear me? I hate you when you fake. I hate when you fake it. Girl, I know you hear me. Рип Густав Ар. Хренов мажор. Буржуй. Пришли бы мы в власти в Америке, мы бы его раскулачили. И все, вот она раскулачили. И он бы тоже, он бы офигел. Он бы сказал, вот да я же свой, ребят. Он бы сказал, нифига ты нам не свой. Мы тенкис. Мы раскулачиваем всех буржуев, всех. И тебя в том числе, хоть ты считаешься, типа, считал себя анархистом. Мы танкес. Всех раскулачим. Всех колхозы, как моих предков. Блин, что-то фигня получается какая-то. Я говорю, с утра что-то... Получается нормально. Тем более, да вообще зависит от материала, кстати. Вот если бы была черная ручка, было бы лучше гораздо. Ладно, я просто как
как получается, рисую. Просто после того комментария, там мужик такой, чел такой в очках таких, полувесы. Ну, в хорошем смысле, не хотел оскорбить. Комментарий оставил, типа, рисуй, молодец. Я нарисовал просто какую-то фигню. Я решил каждый день рисовать потихоньку. Я думал, все раскритикуют, оказывается, нет. Давай за жизнь, братан, давай за жизнь. Я просто вчера подтягивался под эту песню. На стриме, просто так бесплатно. Да на тебя зону, он за деньги там бухает, а я бесплатно подтягиваюсь на стриме бесплатно. Донатит Алину, он просто сидит и все, и пьет пиво. А я на стриме подтягиваюсь дофига раз, короче, для своего телосложения. Мне никто не донатит за это. Донатил Бармагеддала, он ни разу не может быть. Короче, солнышком крутит, помнишь? Солнышком. Раз, оп, в армии, помню. Служил. Ой, блин, ты кабан тебя. Вот этот вот Стас, я как просто кабан, таких бабы любят, как говорил бы Пахом. Кстати, я смотрел его офигенные лекции недавно. Ну, не лекцию, а выступление. Да уж, это просто жесть. На мою лекцию пришла одна девчонка в роговых очках, а на его лекцию дофига приходит, аплодирует. Вообще жесть. Ой, что-то устал. Полная фигня. Вот посравните его с этим. Ты вчера, в 9 часов вечера нарисовал, а это я с утра нарисовал. А не, один чел назвал это Stardust Corporation. Это я вчера нарисовал. А это какая-то фигня выходит вообще полная. Не знаю, что со мной происходит. Что со мной происходит, ребят? Кто его знает, может я сейчас пойду не залежу, а залезу на многоэтажку, спрыгну оттуда и все. А зачем? Ты дурак? Ты дурак? Ты дурак? Ты дурак? Нет, просто вам же нужно. Вы же смотрите всех этих сверхлюдей, итальянов. Вот. И вот ежесы, вот они, вот кого вы смотрите. Вот этих смотрите. Смотрите дальше их. У меня ноль просмотров, нифига ничего нету, только хрен знает, кто мне угрожает постоянно физической расправой там. С Красноярска хотел, блядь. Все от меня отворачиваются, мой юмор не понимают. Никто ничего не понимает. Юмор, блин. Мои рисунки уничтожают. У тебя есть девушка? У тебя есть девушка? Ты мужчина? Ты мужчина, у тебя есть девушка? У тебя есть девушка? Главное, чтобы девушка была, чтобы ты за нее платил, 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 платил. Но главное, чтобы перед мужиками ты выглядел настоящим мужиком. Ты должен платить, платить, платить за девушку. Платить, 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 платить. Машины покупать, цветы дарить. Как настоящий мужик. Ты мужик, ты мужик, ты мужик, ты мужик. Ой-ой-ой, господи, это я безумен, сам да кто ты по природе, грех души важнее, чем плоти, если ты грешен, брось в него камень, если же нет, уйди от греха.
Среди вас нет никого, кто бескорыстно верит, кто бескорыстно следует мне. Вряд ли кто из вас поймет, кем я был для вас на земле. Ты не просто потревожишь. Мы в тебя верим, мы тебя любим, мы в тебя верим. Посмотрите, у меня за окном пивная пивнушка, где эти достают меня уже измучили. Но я все равно рисую, это верно в игре. Понимаете, представляете, какой я беззлобный человек. Другой бы на моем месте уже давно бы там пришел с каким-нибудь самодельным ружьем или что-нибудь с однопалом, там, взорвался. А я вообще беззлобный. Меня мучают они каждую ночь, орут там пьяные эти девки, пьяные там беснуются. А потом, когда я рисую пейзаж антивоенный, картину на стене разбитые, они говорят, ну не они, а подобные им говорят: «Чё за детский сад? Сюда иди! С кем говорю? Алло! Сюда иди! Тебя убьют тогда! Сюда иди, йоу! Москва! Я россиянка! Сюда иди! Мазафака, чё ты там рисуешь, детский сад? Мой сын вырастет, пойдет на войну, ему пулей пробьет лицо, разорвет до куски. Но он настоящий мужчина будет, не то что ты. Ты тряпка, ты не мужик. Йоу, сюда иди, йоу, мазафака. Я россиянка. С огромным кривым, как у обезьян, как у полуобезьяны, как у полу... Короче, как у Пола этой, как у Бабы Яги, носом и рожей ужасной, и взглядом, как хуже, как у Гитлера. То мой сын будет настоящим мужиком, а не ты, как ты, тряпкой. Сюда иди, полиция, милиция, сюда иди, толпа ментов, сюда иди. Я сильна, когда вокруг толпа ментов и мой хахаль, который чуть что сразу, как пес, ринется простого русского человека. Так, в принципе, они все действуют по одному, как клонированные примерно, только кто более жесткий, кто менее. Все примерно одинаково действуют. Сюда иди. Алло, с кому говорю? Вот как разговаривают россиянки современные, будущие мамы, когда я рисую антивоенную картину, которая защитит их детей от войны, от несчастья. И государство, причем, нифига им не будет платить за это. Ну или копейки какие-нибудь. Государство просто им медальку даст. Вот такая страна. Самая патриархальная в мире страна, самая вообще логичная страна в мире. Взрослых людей.